Здравствуйте, меня зовут Денисов Егор, я учитель иностранных языков и куратор класса 7261 образовательного комплекса «Точка будущего», а также аспирант Российской академии наук. Проект «Точка будущего» родился в 2013 году. Его главная задача – социализация детей с разными образовательными, эмоционально-психологическими и физиологическими особенностями. «Точка будущего» – это комплекс, объединяющий школу, детский сад и поселок для приемных семей. Здесь учатся абсолютно разные дети. И основная задача педагогов нашего комплекса – найти индивидуальный подход к каждому ребенку, раскрыть и развить его таланты и способности. О проекте я узнал, находясь за тысячи километров от Иркутска. И идея настолько мне понравилась, что я понял – я должен быть там. И уже тогда было назначено самое первое интервью. Оно было в 4 часа утра, и тогда разница во времени, собственно, как и тяжелый перелет с Сейшельских островов в Сибирь, меня нисколько не пугали. А наоборот, я загорелся идеей. Именно с этого перелета и началась моя иркутская история в «Точке будущего». Я учитель иностранных языков английского, немецкого и куратор класса 7261. Моя основная цель – не только дать детям образование, но и научить моих семиклассников ответственно распоряжаться своей собственной жизнью, ставить цели и достигать их, решать жизненные задачи и планировать свою деятельность. Преподавание согласно современным тенденциям, использование интерактивных образовательных технологий, поиск новых методов преподавания – основной механизм моего профессионального самосовершенствования. Дистанционное обучение многих поставило в сложную ситуацию, мне же дала точку роста. С коллегами освоили площадку Teams, а позже и Kuma Space, где можно создавать виртуальное пространство класса и проводить уроки онлайн. Все эти технологии мы опробируем и делимся с коллегами на методических советах, а также представляем опыт на конференциях и в рамках методических конкурсов. Современный учитель, сегодня он и психолог, методолог, воспитатель, наставник и все больше друг. И тот, кто не отстает от своих учеников в быстро меняющемся мире. Куратор класса – неоценимый взрослый для детей. Это человек, который поможет решить учебные задачи, разобраться в системе оценивания, проектной деятельности и сформировать индивидуальный портфель для реализации индивидуального плана обучения. Не только преподавание предмета, но и личная позиция. Пример, который легко считывается как взрослыми, так и детьми. Деятельность педагога во многом направлена на других. Мы раскрываем себя, чтобы передать знания, опыт, возможности и создать условия для гармоничного развития личности. Даем понять, что, помогая другим, это большая сила и возможность вырасти самому. Дарить эмоции, знания и впечатления бесценно. Считаю, что образование должно продолжаться в течение всей жизни. И я сам не перестаю учиться. Сейчас я учусь в аспирантуре Российской академии наук по специальности методика преподавания иностранных языков. Потому как для каждого профессионала важно быть в окружении единомышленников, людей неравнодушных, тех, кто постоянно развивается и сам учится чему-то новому. Именно такие люди трудятся в точке будущего. Я с гордостью могу сказать, что я часть сильной и передовой команды, которая вносит огромный вклад в образование в нашей стране.